Конкурс «Рисунка. Тебе, Россия!» посвящаем молодежный центр проводит впервые. Принять в нем участие могут дети от 6 лет. Их разделят на 4 возрастные группы. Работы принимают в 2 номинациях – «Родина большая и малая» и «Загадочная русская душа». Загадочная русская душа – что это? Это, я не знаю, там поля какие-то, деревья, да, что-то там с какими-то животными интересными запечатленные. Или это какой-то определенный человек, например. Да? То есть я думаю, что для каждого вот эту номинацию каждый поймет по-своему и изобразит в этой номинации то, что он почувствует. Рисунки для конкурса должны быть выполнены цветными карандашами, мелками или красками на бумаге формата А4 и оформлены в паспорту шириной 4 сантиметра. В нижней правой части нужно указать имя и фамилию автора, название работы и номинацию. Мы хотели бы, чтобы все работы были в одном стиле, так как все они любые работы, то есть, которые нам предоставят на конкурс, неважно, победители это или просто участники, все работы будут выставлены 12 июня на стадионе ИКАР. У нас будет организована арт-сушка. Первые работы на конкурс уже поступили. Их выполнили ребята из летнего лагеря при молодежном центре. Один из них, Платон Филимонов, изобразил на своем рисунке московский Кремль и здание Сената. Больше всего мне нравится Москва. В Москве самое красивое, по моему мнению, в России место. Кремль, древняя история, это Красная площадь. Работы принимают до 7 июня в кабинете 229 молодежного центра в рабочее время. В другие часы рисунки можно оставить на вахте. Победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе ждут памятные подарки. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.